Давайте я разочек попробую. О, фак, я же включил кооператив. Надеюсь, тут нет звукового сигнала. Проверка, проверка. Раз, раз. Окей. Ожидание других игроков. Нажмите RB, чтобы бросить ботинок. Чёртов геймпад. На какую клавишу еще бросать? G, да, вы правы. G-бот. Откуда я их беру, черт побери? Мужик, привет! Hello! Всем здрасте. Как говорить? Эй, ребят, подождите меня! А ты где? Я позади вас. О май гад, а что это такое? Догоняй. Я в первый раз в игру зашел, обучите, как играть. Просто, короче, проходи, тут открывай двери и кидай ботинок. Чтобы проверить, ловушка есть или нет. Ботинок кидать нога. Ну, походу, тут есть ловушка. Какой-то бычьи цепи. Значит, есть. Тут их очень много. Они все заспидранили, какого черта? Тут какой-то просто бычий цепень летает. Ладно, я пойду вперед. Пойду за моими братьями. Погоди, а ботинки бесконечные? Нет, на ноги посмотри, сколько у тебя осталось их. Вау. Я нашел ловушку, я уж такую видел. Тут 8 этажей, это очень долго проходить будем. Так, если я кинул ботинок в ловушку, то получается, она меня не может убить, наверное. Ну, если я, конечно, не как идиот войду в нее. Что это такое? А что нам делать, когда ботинки закончатся? Надо новые искать. Вау. Потрясающе. Просто невероятный геймплей. Окей. У меня есть еще... Стой, сейчас я кину ботинок. А туда смысла идти нет. Как ты это понял? Это желтое... О май. Вон на карте слева посмотри. Можно M нажать. Я просрал ботинок, получается. Да. Да. Окей, окей, мужик. Смотрите, он просто заходит. Да ты бесстрашный, как я погляжу. Ну это да. А если мы умрем, то что будет? То все, грибало. Конец игры. Кошмар какой-то. Ладно, я первый, давай. Мужик, а ты... Окей. Давай, я сейчас зайду первый. А туда нет смысла идти. Да как ты это понимаешь вообще? Потому что ловушка. В смысле, потому что ловушка? Здесь ничего не показано на карте. Жесть, это ловушка, которая закрывает двери и уничтожает тебя прямо там, посмотрите. Там ботинок вон лежит. Погоди, а если ловушка активировалась, то можно потом будет туда зайти и забрать ботинок? Нет, все уже. А, она не будет ботинок. Всегда работать. 6. Ладно, пускай он идет первый. Я не хочу пока жертвовать собой. О, все, выход. Все, мы прошли. Еще 7 таких надо найти. 7 таких еще надо найти. Жесть. Это непроходимо же. Очень много. Я вчера один раз прошел. Что значит цвет комнаты, интересно? Ладно, я захожу сюда. Нет! О, все, прощай. Может, выживу? Нет, не выживешь. Прямо в газовый... Сразу выходить. О май гад. Нет, черная жижа. Получим достижение анлаки. Удачи вам, ребят. Найдите выход отсюда. Прощайте. До свидания. Реквизит 8 бит умер от нон. Небезопасно. О нет, кислотный дождь смерти. Сколько он хп добавляет, чат? Как вы думаете, смогу я... Успею ли я забежать, взять ботинок и выжить или нет? 10 хп. Йоло.
Нееет! Мужик, удачи тебе выбраться из этого кромешного ада. Прощай. Меня уже не спасти. Как он сделал это? Он нажал F. Так, старт, я думаю. Let's go. Смотрите, бог снеспослал ботинок один дополнительный. Вау, Артокер. Клево выглядишь. Как чекать ловушки с шипами, от которой умер Хантер? Что это такое вообще? Пока что единственная загадка. Я пойду туда и заберу свой ботинок. Ай-яй-яй. Вот это выглядит как опасная довольно комната. Хотя... А, не только с этого краешка, окей. Надо было прямо на шип кидать, и тогда бы шип показался. Да ладно. Откуда ты знаешь, что шип там находится? Ты же можешь кинуть в любое место. Мужики! Тут вентиляторы все это время были. Сори, тихо. Ай-я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 й. Все хорошо, живем. Нахера я кидаю, если здесь уже сразу ловушка показывается? Хотя, maybe здесь спрятаны сразу две ловушки, кто знает. Никто не может знать. Наверняка. Выход! Ботинок. У меня все на месте. Горенький, сюда идите. Или он уже наверху? А, ты уже тут. Воу. Рип. Зачем? Да как? У меня кончились ботинки, ребят. Пожалуйста, не уходите от меня. Куб стал 6 на 6? Да, он стал меньше, кстати. Он стал меньше. Реквизит сюда. Спасибо большое. Я трачу его с пользой. Обратно. Даже в этом дерьме могут быть какие-то чертовы щупальца. Кошмар. Чуваки, все к нам. Погнали сразу наверх. Что ждать этих бедолаг? Пушка! От пушки вообще никак не задоджить. Быстрее открывать! Можно спидранить, кстати, вы знали об этом? У меня тоже.
Здесь dead end. Окей, надо подождать Хантера, наверное, и кого-то еще. В скобочках Артокра. Мистер Артокр, не соизволите ли вы этот ботинок потратить на вот эту прекрасную комнату? Замечательно. Спасибо большое. Так, тихо. Я позади. Все хорошо. Фух, блин, ботинки бы сейчас не помешали совсем. Давайте здесь прочекаем, что находится. Можно, как вы думаете, приседать под огнеметом или нет? Я попробую. Фак! Походу нельзя. Да что меня жарит? Непонятная комната. И нигде ботинок нет. Нигде. Кому-то очень больно сейчас было. Вплотную можно, да, прогинаться? Окей. Ой-ой. Что такое? О май гад. Мы будем помнить тебя, Хантер. Это Артокер! Ну это не я. Мы будем помнить тебя, Артокер. Так, эта штука бьет только в углы. Что, она здесь? Май гад! Ладно, чуваки. Рекомендую просто что-то сделать, потому что мне очень плохо. Я, наверное, буду жертвовать собой. Ни у кого ботинок нет, да? У меня есть. А, окей. Жертва отменяется в таком случае. Где чертов выход вообще? Скорее всего, в этой части где-то. Фух. Блин, ни одного сундучка. Ну что за отстой? Ни ботинок, ни сундучков. Как вообще жить? Давайте проверим соседние комнаты сейчас. GG. И здесь ничего. Окей. Погнали. Четвертый этаж. А погоди, здесь всего 6 этажей? А, бинты! У меня меньше всех, да, хп? Или у скилла? Сколько у тебя скилл хп? А, ты тоже взял? Кайф. Сколько она регенит? 20 хп? Аптечка. Так, ладно. Надо в какую-то безопасную комнату зайти, чтобы похилиться. Он догоняет. Хантер. Могу ли я кинуть бинты, интересно? Может,
Слушайте, я могу кинуть бинты? Сейчас попробуем. Нельзя! Жесть, ну это так тупо. Почему бинты кидать нельзя? Она хилис. Ботинка больше нет, да? А, есть еще один. Хорошо. Пока чекаем с помощью хантера все. Возьми их хп скилл. Ой-ой. Ну что, решаем, друзья мои? Я чекаю первый. Вроде безопасно. Так, давайте кто-нибудь следующий. Выбирайте комнату на свой вкус. Давайте я. Вот, желаю удачи. Вау. Невероятно. Но здесь же еще может быть и скрытая ловушка, да, помимо вот этих лезвий. Для каких идиотов вообще рассчитано вот это вот в лицо тебе спрыскает? Или падает сверху? Кто-нибудь открывает дверь и сразу бежит вперед, что ли? Я пошел. Ой-ой. Прощайте. Это был хорошим подопытным скилл. Прощай. Чё это вообще такое? За мракобесие? Вау. Цепочка. Просто цепи металлические притянулись к магниту и потом разлетелись во все стороны. О! Невероятно, Хантер, последний... А нет, еще один уровень нужно пройти. Да, здесь бесполезно. Ладно, наверное, let's go. Хотя, блин, надо бы найти... Ну ладно, может, нам повезет на следующем этаже. Фу... Повезло, повезло, повезло. Бери, бери, Хантер, бери. Доверяю тебе этот сапог легендарный. Очень красивый, смотри на него. Фак. Это просто лабиринт, да? Но здесь же может быть и ловушка, наверное. Окей. Okay. О! Представьте напороться на вонючий лабиринт. Ботинок. Кайф. Кайф. Шанс имеется на прохождение, чат, шанс имеется. Безопасно здесь. Фу, чат, мы близки. И на 6-м уровне выход получается. У нас же все еще 2 ботинка, да? Да. Я просрал свой ботинок. Там закрылось все. Да, стебучий цепень, жесть. Он выглядит как массажер, посмотрите. Может, он не вредный даже? Хантер.
Вау. Давай прочекаем еще чуть-чуть. Вот здесь. Так, окей, здесь беда полная. И в обратной комнате сейчас посмотрю. Вроде ничего нет. Окей, let's go. Финальный, 6-й этаж. Вау. Как же нам, черт побери, повезло. Это мокасин? О, сундук. Ладно, я кину сюда, наверное, все-таки. Отлично. Так, надо подхилиться еще на 20 величайших хп. Это что было такое вообще? Так, вот эта сущность, я не знаю, как она работает. Может, она магнитит, а может, она просто... Может, она просто убивает вплотную. Ты не знаешь, она не притягивает тебя? Просто вплотную убивает? Окей, я прочекаю эту комнату. Фак! Здесь был сундук... Джебейтед. Я прокакал свой мокасин. Ай-яй-яй! Ты чего творишь? Зачем? Нет! Отлично. У тебя фул хп же, да? Окей. Хотя я не буду пока хилиться, может пригодится. Блин, у меня... Если был бы еще ботинок, я бы чувствовал себя более безопасно. Я просто подожду Хантера там. Там, блин, бычий цепень летает опять. Фух. Все плохо? Так, а тут что у нас? Тут пески. Фух, окей. Ну где же выход, черт побери, почему? Почему его нет до сих пор? Где легендарный выход? Мне кажется, надо прочекать эту комнату. Хантер? Я просто пойду за ним, он вожак стаи, потому что у него есть ботинок, чуваки. Фак. Ну ё-моё. Окей, я попробую зайти сюда. Тут пилы. Ботиночка, пожалуйста.
Ладно, я пробую еще раз, Хантер. Не! А! Я думал, что меня закрыло. Я испугался, Хантер, все хорошо. Фу, Господи Иисусе. Это всего лишь дверь. Всего лишь дверь. Окей, озеро лава. Что, твой трай? Я уже чекал два раза. Я не везучий. Все хорошо. Еще и ловушка божеская попалась. А, это и все. Блин, ну почему ботинка-то не даруют нам? Даже. Ну чё, ладно, я пошел. Пожалуйста, хоть бы не закрытие, хоть бы не закрытие, хоть бы не закрытие. А? Прочекалось. Все хорошо? Походу, да. О! Фак. Я в воду не пойду. Окей, окей, окей. Погоди, но здесь тоже вот прочекалось. Упала наковальня. Наверное, больше не может ловушек быть. Блин, что же игра тральбасит? Дайте нам выход. Фа, я уверен, в этой комнате ловушка смерти, которая закрывается. Но я пойду сюда. Что это такое? Окей, нормально. Это больно? Ну, минус 30. Минус 20. Чёртово дерьмо. Бычий цепень? Но... Помимо него что-то еще может быть. Так, ну нам нужно туда, к червю. Он просто зашел туда, лол. Он спускается вниз? Ай-яй-яй, не ешь. Ботинок. Да? Стой, аккуратно. Вот тут вот? Я попробую. Давай. Окей, там какая-то ловушка, но можно забрать, я там думаю. Там лезвие. Кто возьмет, ты? В этих двух комнатах ничего нет. В углу же тоже там ничего нет, или мы не знаем? Тоже не было, не было ничего. Блин, я чуть не съел. Где сраный... Он может быть только в этом углу, наверное. Ну да, получается. Только в том углу. Неужели мы настолько невезучие? Что если в этой игре нет выхода? На деле тут нет выхода. Я вот о чем и задумался сейчас. Что за отстой вообще? Где чертов выход? Мы все прочекали, этого быть не может. Выход триггерится как ловушка! Хантер, выход триггерится как ловушка. Замечание из чата. Он уже прочитал. Давай тогда прочекаем этот выход. Этот угол.
Нашел. Вау. Жди меня, жди, жди, жди. Мы прошли. Это невероятно. Только в этот раз почему-то 6 уровней, а не 7 было. Но мы прошли. Давай, на счет 3. Раз, два, три. Почему ты не пошел? What face. Получено достижение not bad. Это что еще такое? Бронежилет хантер какой-то? Или рюкзак? У тебя под ногами, или это куча какая-то?